Народная тропа, она называется. Выбираем те участки, по которым, как вы справедливо заметили, люди многие десятилетия ходят. Губернаторская программа «Пешком», которая называлась ранее «Народные тропы», активно набирает обороты в Одинцовском округе. Именно благодаря этому проекту обустраиваются полюбившиеся жителям пешеходные дорожки. На этот раз работы проходят в поселке Часы на 7 народных тропах. Хотим сейчас выстроить не последовательную цепочку, а чтобы пришли на эту тропинку и сразу все виды работ сделали. Сейчас попытаемся со всеми подрядными организациями такой график обсудить. Работы по благоустройству проходят в несколько этапов. Сначала укладывают геотекстиль – специальное многослойное полотно. Затем щебень, после чего рабочие покрывают поверхность асфальтобетоном. Жители поселка также смогли принять участие в программе и проголосовали на портале «Добродел» за те дорожки, которые, по их мнению, наиболее востребованы. На сегодняшний день мы благодарны, что вот здесь действительно делают такое чудо для всех нас, и для будущего, и для нас. За понимание. В этом году в Одинцовском округе будет благоустроено 27 пешеходных тропинок. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».